Всем привет! Друзья, сегодня в нашей видеолекции хочу затронуть такой вопрос, как фальцевый или бесфальцевый улей. Какие же ули делать? Делать фальцы или не делать? Нужны ли фальцы или не нужны? Так что, если вам интересен этот вопрос, то милости просим к просмотру. Итак, давайте разберемся для начала, откуда к нам пришло такое понятие, как бесфальцевый улей. В принципе, нам всем известно, что большие промышленные пасеки всего мира, в принципе, в основном они используют многокорпусные ули. Многокорпусный улей, нам тоже известно, был изобретен выдающимся американским пчеловодом в 1851 году Лоренсом Лореном Ланстротом. И за эти почти полторы столетия его конструкция изменялась, совершенствовалась и, в принципе, доведена до классической простоты. Отечественная промышленность выпускает улья на сегодняшний день с толщиной стенок 35 мм, а в Канаде, США, Финляндии, Румынии это 20-22 мм. И считают, что такой тонкостенный улей, ну, в принципе, как жилище, он ничем не хуже улей с более толстыми стенками. И работать с облегченными корпусами, ну, действительно намного легче. И так как стенки улья из-за своей толщины не могут иметь фальцы, то эти фальцы попросту не делают. Вот и из-за этого как бы появился бесфальцевый улей. В передней и задней стенках с внутренней стороны у верхних кромок корпуса вынимают фальцы для плечиков рамок шириной 11 мм, а глубиной 17-18. И при такой глубине фальцев рамки опускаются ниже верхней кромки корпуса на 7-8 мм. И это пространство над брусками, оно позволяет ставить каждый новый корпус без риска, что мы будем давить пчел. Корпуса между собой соединяются в стык, и фальцев у них нету. Мнение о том, что ульи, части которых сочленяются в стык, они при помощи фальцев, типа что они холоднее, что у них при кочевках там сдвигаются корпуса, ну как по мне, ошибочно. Хорошо нормально сделанный улей из выдержанной древесины, он щели не имеет. А при перевозке пчел, части ульев, то есть корпуса с фальцами они или без фальцев, то есть нам все равно приходится скреплять. А скрепы, особенно натяжного действия, они соединяют части улья бесфальцевого настолько прочно, что они даже не сдвигаются при переносе улья в горизонтальном положении. Корпуса, соединяющиеся в стык, имеют в принципе и другие как бы неоспоримые преимущества перед корпусами с фальцами, которые имеют фальцы. Бесфальцевые корпуса, бесфальцевые улья в изготовлении они проще, их быстрее делать, а в применении они более удобнее. Работа с многокорпусными ульями, мы уже знаем, что она состоит, как известно нам, из отдельных операций корпусами. И при перемене корпусов, перемене мест или постановке нового корпуса в разрез, побеспокоенные пчелы, которую мы побеспокоили, они сбегают по стенкам корпуса вниз и заходят в фальцы, то есть в эти выемки. И нередко там может, кстати, и матка оказаться. При помещении корпуса на улей пчел, то есть зашедшие фальцы пчелы, мы их давим, когда ставим новый корпус. При сдвигании бесфальцевых корпусов во время вот летних главных медосборов мы можем сдвинуть, в принципе, чтобы усилить вентиляцию улья. Межкорпусное пространство, межрамочное не нарушается. А в корпусах с фальцами мы не можем так сделать. И уже межкорпусное расстояние, если мы так сделаем, оно увеличится вдвое. Пчелы его застроят воском, что потом не даст возможности возвратить корпус на свое место. Поэтому надо сначала удалить настройки. Фальцы, в принципе, усложняют конструкцию дна, конструкцию разделительной решетки, потолка, ну и так дальше. Поэтому многокорпусные ульи, в принципе, во всем мире изготавливают бесфальцевыми. На своей пасеке я тоже, друзья, применяю бесфальцевые ульи, толщина стенок 25 мм и очень доволен. Почему 25, а не 20-22 мм, спросите вы? А все лишь потому, что я изготавливаю ульи, рамки сам, для себя, своими силами. И каждый сантиметр из отходов, которые есть всегда после переработки древесины, я превращаю в рамки. И в итоге
отходов древесины, ну, не считая опилок и стружки, ну, у меня нету. То есть, получается, делая ульи, у меня невзначай получается сделать рамки. Если бы я не делал рамки, а покупал бы их, то ну, однозначно изготавливал бы ульи тоже с доски в 22 мм. Так что, такие, друзья, дела. А как вы считаете, нужны ли фальцы или не нужны? Или это атрибут прошлого? Так что пишите в комментариях. И, кстати, друзья, не забывайте предлагать тему для видео-лекций для следующих роликов. Ну, вот и все. Такие дела с фальцами. Я за безфальцевые ульи, мне не нравится, так что... Можете, кто не знает, делать или не делать, можете смело их делать. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Всем желаю удачи, до новых встреч, пока.